Я хочу пригласить на эту сцену Людмилу Соколову. Спасибо. У нас такой творческий тандем, я свои обещания держу. Очень приятно, когда в жизни, кстати, ты даешь слово, неважно, женщина ты или мужчина. Вот это вот понятие, мужик сказал, мужик сделал, а женщина сказала, хотя сказать, ты куда пошла? Прости, Людочка. Поэтому, если дал слово, держи его, иначе ты не человек, и неважно, какого ты пола. Увиделись мы с ней на трех аккордах, спела она песню, я, естественно, проревела, я пореветь люблю. И сказала, мы с тобой увидимся, и я очень хочу, чтобы мои люди, которые всегда со мной, услышали Люду. Если вдруг кто никогда не слышал, пожалуйста. Каждый раз, когда я прихожу, добрый вечер, на концерты Елены Ваенги, я радуюсь как ребенок. Удивительный человек, абсолютно разная, замечательная женщина, великолепная актриса, певица, композитор, поэт, женщина, которая умеет делать счастливыми других. Елена Ваенга! По самому, по краю, я коней своей погадкою стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пыл, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Ураган сметет с ладони, и в санях меня голодным повлеку, по снегу утром и на шаг неторопливый. Перейдите мои кони, хоть на миг еще продлите путь последнему. И дожить, и успеть, мне допеть, не успеть. Я коней напою, я куплет напою, хоть немного еще постою. Успели в гости к Богу, а не бывает опозданий. Да что ж нам ангелы поют такими злыми голосами?
Людмила Сикаева.